Ты искала меня? Где твоя дочь? Я снял ей номер. С ней Сунь-Тянь. Так вот почему ты меня бросил тогда. Потому что влюбился в другую. И у вас с ней даже ребенок. Я не знаю, поверишь ли ты мне или нет. Но даже сейчас, когда твой ребенок появился передо мной, я все равно не верю, что ты бросил меня, потому что влюбился в другую. Дзэти, на самом деле я не думаю, что мы подходим друг другу. Так было в прошлом, а теперь тем более. Потому что некоторые вещи даже время не может изменить. Раньше я говорил, что задолжал тебе свадьбу. Сейчас ты тратишь кучу денег на осуществление своей мечты. Это твоя упертость и каприз, ладно. А что насчет меня? Я пытался заработать денег. И только потому, что уже помогал тебе исполнить твою мечту. Поэтому я подыгрывал тебе, понимаешь? Хватит! Я не понимаю твою бредовую логику. Но, по крайней мере, в одном ты прав. Некоторые вещи даже время не может изменить. Например, то, что я люблю тебя. Можешь сказать мне правду? Какую правду хочешь услышать? Почему я не подхожу? Почему ты отказался от наших отношений? Потому что я больше не люблю тебя. И я тебе желаю поскорее избавиться от этих чувств.